Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Меня зовут Анастасия Архипова, и сегодня я рада встрече со всеми вами на платформе Московского международного салона образования. Я рада приветствовать всех тех, кто готов обсудить, но, на мой взгляд, сегодня, наверное, один из основных вопросов современного образования, который определяет качество образования, который связан именно с потенциалом молодых педагогов, начинающих, стартующих в профессиональной деятельности. И сегодня очень приятно представить спикеров, которые будут со мной работать. Разрешите, я назову их, и потом мы продолжим беседу. Итак, я рада приветствовать сегодня в нашем эфире Ольгу Фигельсон, представителя проекта, сооснователя, соавтора проекта «Учитель для России». С нами сегодня будет работать Мария Плоткина, соавтор проекта «Geek Teachers». Сегодня с нами Илья Димаков, учитель года 2017, учитель, который практикует и активно работает в гимназии Санкт-Петербурга. С нами сегодня Елена Врублевская, представитель Московского городского педагогического университета. И с нами сегодня будет работать Александр Шевелев, представитель Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Надо сказать, что понятно, что омоложение кадрового корпуса педагога, обеспечение своевременной ротации и пополнение квалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций действительно создает предпосылки для модернизации образования. При этом можно констатировать, что в последние годы конструкт профессиональной деятельности педагога сильно изменился, и помимо работы в организациях общего или дополнительного образования появились достаточно интересные проекты и стартапы. И, наверное, сегодня складывается ситуация, при которой очевиден интерес молодежи к работе в системе образования, но насколько сама система образования готова к притоку новой крови? Ведь молодежь приходит в организации, которые сложились по моделям и принципам людей старшего поколения, да, людей из 20 века. И очень часто возможны из ригидности и консервативности системы образования. Зачастую, может быть, чувствуют себя даже лишней. Традиционно молодые специалисты стереотипно воспринимаются профессиональным сообществом как специалисты, которых еще нужно взрастить. Но, на мой взгляд, между тем, молодые учителя несут не только новую энергию, но и свой опыт, особенно в тех вопросах, в которых некоторые опытные педагоги испытывают определенные трудности. Поэтому, возможно, нужно гораздо шире смотреть на вхождение молодого учителя в школьную систему. Ведь, по сути, происходит обогащение характеристик в профессиональном портрете современного учителя. И, по сути, это создает предпосылки для создания новых образовательных средств. В связи с этим мы попытаемся поговорить сегодня, насколько возможно обеспечить вход молодым учителям в профессию с поддержкой их сильных сторон. Если да, то как это делать? И надо сказать, что в настоящее время работа с молодыми учителями уже может быть представлена некоторыми интересными практиками. Предлагаю обсудить подобные кейсы и посмотреть, насколько данный опыт может быть тиражирован и использован как на уровне конкретных образовательных систем, так и в принципе, да, на территории нашей страны. И к нашему разговору я приглашаю Ольгу Фигельсон. Как я уже сказала, Ольга является сооснователем программы «Учитель для России». Ольга, вот программа «Учитель для России» является примером, наверное, вот той модели интеграции ярких молодых ребят уже в сложившиеся традиционные педагогические коллективы. И очевидно, что программа дает свой результат. На сайте вашего проекта сказано, что школы, в которые трудоустраиваются участники, открыты к изменениям и готовы поддержать учителей программы в их поиске и начинаниях. Как вы считаете, достаточно ли этого для успешной адаптации молодых? И, в принципе, на какие профессиональные позиции педагога вы ориентируете участников программы? Пожалуйста, я передаю вам слово. Добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, ну, мы ориентируемся сегодня на все на весь профессиональный, как бы, ранж, который существует вообще в этой в школе. То есть у нас есть педагоги самых разных направлений.
Да, вы правы, мы стараемся собеседовать школу перед началом работы там молодых педагогов, но нам очень важно удостовериться, что школа готова к тому, что придут молодые и не такие, к которым школа привыкла на самом-то деле. Мы можем это делать простым разговором, мы можем проверять, как школа, про что школа думает, про будущее, про развитие, и есть ли там место встроиться молодым педагогам, и насколько школа готова будет воспринять людей, которые совсем по-другому смотрят на систему образования и могут поставить в том числе под вопрос, вот как вы говорили, да, те ценности, которые, например, в школе уже сложились. Да, насколько вообще мы готовы к тому, чтобы молодые люди задали вопрос системе как таковой, не хочет ли эта система измениться. Вот это такая точка старта, да, для диалога со школой про будущий образ школы. Угу. Ольга, ну вот я попрошу вас немножечко рассказать о своем проекте, да, и, собственно говоря, сделайте, пожалуйста, акцент на том, чем подготовка ваших учителей, да, выгодно отличается от подготовки специалистов отраслевых вузов, потому что все-таки идея проекта, она имеет, да, определенные ценности, определенный посыл. Вот немножечко о подготовке тех педагогов, которые отправляются дальше в школу. Да, наверное, самым основным, есть две самые основные вещи, но я скажу сначала чуть-чуть про проект. Мы работаем с людьми, у которых есть уже базовое классическое образование, то есть это люди, закончившие университет по той или иной специальности, которые хотят стать учителем. И тогда мы строим нашу образовательную программу, мы, во-первых, тщательно отбираем этих людей, во-вторых, мы строим нашу образовательную программу в течение 2 лет с большим интенсивом перед началом первого года работы в школе. Таким образом, мы создаем на самом деле образовательную среду, в которую попадает наш участник, когда все то, что происходит в нашем летнем институте на протяжении образовательной программы, это на самом деле то, как мы хотели бы видеть нашего учителя внутри классов. То есть если мы говорим, мы делаем все через практический опыт учителя с детьми. Нам очень важно, чтобы практика не шла вместе с теорией, да, чтобы это была такая комбинация из 2 вещей, и мы создаем среду образовательную таким образом, что если мы, например, учим наших учителей работать в групповой работе, мы будем и строить наши сессии таким образом, чтобы они работали по группам. Да? То мы не будем рассказывать про группу, а мы будем уже сразу же работать через группы. Если мы учим рефлексии, то мы будем строить наши сессии, что в конце каждой нашей сессии будет рефлексия. То есть, чтобы модель, она, когда я участник в этой модели, я ученик, я уже учился по другим правилам. И тогда, я, приходя уже в школу, я буду эти правила и эти практики применять со своими детьми. Угу. И второй важный момент, мы строим профессиональное сообщество, то есть учителя для России, которые оказываются в программе, они разделяют общие ценности, что очень важно, и общую повестку программы. Мы работаем с детьми в сложном социальном контексте, мы работаем в региональных школах, это очень важно каждому участнику процесса, это такая точка соединения и точка сборки для нас. Да, и тогда мы оказываемся в поле, где у нас есть общие ценности и общий диалог. И это позволяет нам опираться, на самом деле, на это сообщество в сложный момент, потому что, да, для молодых учителей, безусловно, входя в школу, они получают очень много новой информации, и в том числе вещей очень сложных. И вот чтобы пережить эти сложные вещи и войти в эту профессию, да, у них есть опора на то профессиональное сообщество, которое строится как купол вокруг них. Вот продолжая разговор по поводу действительно сложного периода, да, вхождения молодых учителей в профессию, вообще в образовательную организацию, здесь вот как раз-таки возникает очень часто противоречие ожидания и реальность, да, и несмотря на то, что поддержка достаточно мощная и сильная в рамках проекта идет, вот на сайте у вас, вашего проекта, я тоже увидела, что с 2015 года выпускниками программы стали 182 человека, я думаю, что понятно, что да, для кого-то эти 2 года стали лишь этапом жизни, когда они получили определенный опыт в профессии, овладели определенными компетенциями, которые могут быть перенесены дальше в другую профессиональную сферу. И вот в этом смысле встает вопрос, а сколько человек осталось после вот этих 2 лет, да, участия в проекте работать в школе? Нет ли вот тенденции того, что, получая этот опыт и переживая, да, те сложности, с которыми приходится встретиться в этот момент,
многие решают уйти из профессии, да, мигрировать в другие профессиональные области? Смотрите, 90% наших выпускников остаются работать в сфере образования. Либо они остаются работать в школах. Это примерно 25-30% ежегодно выбирают остаться в школе еще на третий год работать, в той школе, в которой они работали 2 года, например, в каком-то селе или деревне или малом городе. Но 90% общего числа участников, они продолжают работать в сфере образования или в образовательных проектах. Либо они строят свой собственный проект, либо они уходят в какой-то большой другой проект и там продолжают свою профессиональную карьеру. То есть нам важно, что школа – это точка входа в мир образования. Там за 2 года участник может идентифицировать проблему или тематику, которая ему персонально важна и в которой он хотел бы развиваться дальше. И дальше он может выбрать, он хочет остаться в школе, он хочет выбрать профессию учителя, он хочет делать образовательный стартап, он хочет заглубиться в свой предмет, он хочет, наоборот, заниматься каким-то социальным изменением через образование. То есть в этот момент вот наступает этот водораздел. Но при этом, да, в основном они все, то есть, ну, почти все остаются внутри этого поля. Есть только маленький процент, который использует просто эти компетенции, это 2 года, эти навыки, и уходит работать в какую-то совершенно другую индустрию. Я поняла, да, спасибо большое. Ольга, вот если позволите, мы чуть позже, да, после того, как поговорим со всеми спикерами, вернемся тоже к обсуждению, в том числе и вашего проекта, поговорим по поводу, вот попытаемся обобщить, какие, собственно говоря, факторы, да, и условия влияют на конечный результат. Сейчас проговорили, наверное, вот те основные профессиональные треки, да, которые возможны для современных молодых учителей. И вот как раз-таки про пример такого подобного трека, альтернативного в каком-то смысле, мне хочется поговорить с еще одним нашим спикером. Да. Очень часто, к сожалению, профессиональный старт молодого учителя происходит как некая инициация, да, испытание, с которым приходится справляться зачастую молодым специалистам в одиночку. И вот спикер, которому я сейчас передам слово, на своих интернет-ресурсах как-то писала, что когда я пришла в школу, то оказалась один на один со всеми профессиональными трудностями, и у меня не было поддержки в коллективе. Сегодня свою профессиональную миссию Мария Плоткина, сооснователь проекта Geek Teachers, определяет словами: «Я хочу помогать молодым учителям, вдохновлять их на работу в школе, чтобы их первый год не становился последним, а был ступенью к новым открытиям». Мария, ну вот интерес молодежи к работе в образовании очевиден. Вы и команда Geek Teachers являетесь примером не только такого вот альтернативного пути молодых в педагогической профессии, но и, возможно, неформального, неинституционального сообщества, которое взяло на себя ответственность за поддержку молодых. И вот ваша история – это пример построения системы самосопровождения, которая позволила вам выйти, вырасти сегодня до вполне конкурентоспособных специалистов, которые помогают другим. Очевидно, что вот в вашем случае речь изначально идет о принципиально иной позиции начинающих учителей, да, позиции субъекта. И вот на ваш взгляд, судя по работе в проекте, как меняется сегодня позиция педагога? Все так ли воспринимается, да, так же стереотипно воспринимаются молодые учителя профессиональным сообществом, как некие люди, которых надо доучивать и доращивать, или все-таки тенденции уже немножко меняются, и вот изменение ролевой позиции происходит на глазах? Здравствуйте. Я бы хотела начать ответ на вопрос с той фразы, которую меня встретили в первой школе, куда я пришла работать. Мне сказали, а что, не было других вариантов работать в Санкт-Петербурге, поэтому вы в школу пришли. Вот как-то примерно так обстоит, мне кажется, ситуация с тем, как принимают молодых специалистов, в принципе, вообще во всей России. Я это знаю не понаслышке, потому что мы много общаемся с преподавателями. Поэтому, конечно, да, до сих пор будет такая проблема, что молодых специалистов воспринимают как тех, кому можно дать как можно больше какой-то дополнительной нагрузки, работы, людей, которые еще не очень хорошо освоились в том, что происходит в школе, поэтому можно как-то
попросить их делать то, что они, по сути, не должны. Но есть такая тенденция, она, мне кажется, началась как раз, когда я начала работать с учителем, за счет того, что стали появляться очень классные проекты, которые создают поддержку для молодых преподавателей, если они такую поддержку не получают в своей школе. То есть, например, учитель может посмотреть на примеры, допустим, таких проектов, как наш, и понять, что если поддержки в школе нет, если, например, он не может как-то получить что-то от коллег, с которыми он работает, ему хочется развиваться, то он может делать это самостоятельно, может, допустим, делать свой блог, да, и найти через социальные сети сообщество таких же молодых преподавателей, которые, в принципе, с такими же проблемами сталкиваются, потому что у всех одинаковые проблемы. Поэтому вот эта история с тем, что сейчас преподаватели приходят в школу, им действительно тяжело, да, это факт, но они стараются не сдаваться, потому что есть альтернативные варианты, где можно получить поддержку. Например, на нашем мероприятии, как наш, либо сделать свой блог, либо пойти к другому учителю, который рассказывает о проблемах, объединиться с ним и вот таким образом справиться с тем, чтобы войти вот в этот сложный образовательный мир, когда ты пришел после университета и ничего еще не знаешь. Мария, ну вот я тоже попрошу вас несколько слов рассказать о своем проекте, да, рассказать про те возможности, которые предоставляет молодым специалистам, какую вы миссию, да, видите в рамках вот реализуемого вами проекта. Это помощь, поддержка, это приобщение к профессиональному сообществу молодых или есть еще какие-то истории, да, которые я сейчас не озвучила. Несколько слов о проекте. Да, как я уже сказала, что у меня был достаточно такой сложный старт в моей профессии, и я поняла то, что мне, в принципе, нет такого места, куда я могла бы пойти и пообщаться с единомышленниками. То есть, ну, что-то типа, когда ты белая ворона, никогда тебя не принимают в школе. И вот я нашла коллегу в другой школе, у которой была такая же проблема, и мы вместе подумали, что надо нам объединяться и делать мероприятия, куда такие же учителя, как мы, смогут приходить и общаться. И, в общем-то, это было такой отправной точкой, то есть мы сделали наш проект на вот личной проблеме. Наша сейчас основная деятельность – это давать учителям возможность хорошо провести время. То есть мы делаем офлайн-мероприятия и онлайн. Если говорить про офлайн, то это такие вечеринки, тусовки, куда учитель может прийти после тяжелого рабочего дня, недели или месяца, молодой специалист может туда прийти и найти там абсолютно таких же учителей с такими же сложностями. Во-первых, хорошо там провести время, во-вторых, обменяться идеями и обменяться различными всякими фишками, которые можно использовать на уроке. Но и также, что очень важно, на наших фестивалях всегда выступают учителя. То есть у нас такая идея, что мы делаем фестивали в школе, и учителя, мастер-классы для учителей. Поэтому чаще всего те, кто к нам приходят, и молодые специалисты тоже, они впоследствии становятся нашими спикерами. Так уже было много-много раз. То есть они придут, что вот классно так можно было выступать и делиться своими идеями, и получать от этого пользу. И они становятся нашими спикерами. А кто-то, вдохновившись тем, что мы делаем, организует небольшие мероприятия в своей школе, либо онлайн, либо офлайн. То есть это такая цепочка, создается такая цепочка взаимных классных вещей, которые получаются, вот, казалось бы, из-за фестиваля, да, и получается, что мы делаем спикеров, помогаем делать амбассадоров, которые появляются уже в разных городах, то есть нас сейчас ждут, и есть поддержка в разных городах. То есть мы создаем такое учительское сообщество с взаимоподдержкой и с возможностью вырасти от того, что ты просто пришел, потом стал спикером, и потом стал сам организатором. Вот примерно так. Спасибо большое. Ну, я тоже думаю, что мы вернемся к этому вопросу, да, еще раз подытожу все-таки, какой вы видите профессиональную позицию молодого учителя. Сейчас мне хочется подключить к беседе еще одного нашего спикера. История успеха профессионального, которого как нельзя лучше демонстрирует изменения профессиональной позиции молодых учителей нового поколения. Илья Сергеевич Димаков, активный участник конкурсного движения, организатор и координатор международных образовательных и гуманитарных проектов, педагог, который работает творчески нетривиально, ориентированный не только на личный успех и самопродвижение, но прежде всего
на успех своих учеников, среди которых победители всероссийских олимпиад. Илья, вот, наверное, первый вопрос к вам. Как бы вы определили профессиональную позицию, роль молодого учителя? Что или кто в школьной среде влияет на формирование этой позиции современного учителя? Если мы говорим о массовой школе, то есть о системе образования, причем на любом уровне, на региональном или вот в масштабе федерации, то я бы выделил тут два аспекта того, что определяет как раз профессиональную роль молодого учителя. Ну, во-первых, молодой учитель, как вообще молодой специалист или новый сотрудник, который приходит в уже сложившийся коллектив, он для этого коллектива становится фактором стресса. И в этом его очень важная профессиональная роль. Потому что такая текущая рутинная деятельность, она способствует тому, что какие-то творческие, поисковые, профессиональные моменты, они неизбежно вымываются. Учителям, которые давно в профессии, вполне ясно, с какой стороны подходить к ребенку и какие приемы работают на какой детской аудитории. И в таком коллективе, как вообще в любом сложившемся системно работающем коллективе, нужен такой фактор стресса. И это вот такая развивающая, я бы сказал, функция молодого учителя. И, кстати, если мы посмотрим на такую живую практику любого учителя практикующего, то мы, в общем, такой пример увидим. А с другой стороны, профессиональная роль и позиция молодого учителя в школе, она заключается в том, что ему добавляют, о чем вот и Мария сказала, огромное количество разных функций, которые напрямую, собственно, с преподаванием в классе не связаны. То есть он, кроме того, что как все выходит каждое утро к доске, он еще делает огромное количество, выполняет разных задач. И у этих задач есть одно важное свойство. Молодому учителю обычно адресуют весь тот функционал, который в коллективе, вот конкретно в этой школе, не технологизирован. То есть все то, что выходит за рамки привычной, такой рутинной колеи профессиональной. Соответственно, опытный педагог, как вообще в принципе вот, опытный специалист на любой позиции, он, конечно, склонен, вот, когда у него уже сформировалась какая-то определенная рамка трудовой функции, функционала профессионального, он, конечно, стремится в этой комфортной рамке остаться и неохотно принимает на себе все, что требует творческого поиска, все, что требует новых трудовых функций, новых решений профессиональных. И вот как раз из таких осколков разного функционала, разнородного очень, собирается новый функционал, и обычно он как раз перепоручается молодому учителю. Скажем, это очень ярко проявляется в поддержке инновационной деятельности. Вот если школьный коллектив инновационную работу ведет, скажем, по Петербургу у нас есть статистика, собственно, инновационные программы реализуют в основном педагоги до 35 лет возраста. Ну, то есть там до 2/3, собственно, акторы, то есть те, кто непосредственно с программой работают, это вот учителя до 35 лет. И вот в этих двух форматах молодой учитель в школе в основном представлен. Угу. Ну вот в связи с этим у меня тоже вопрос. Действительно, как бы молодые специалисты, как вы сказали абсолютно верно, в некотором смысле становятся таким драйвером, да, для образовательной организации. Как на ваш взгляд, да, потому что вы являетесь как раз-таки представителем этого молодежного профессионального сообщества, готовы ли вот к такой роли сами молодые специалисты, да, может быть, какие-то вещи, какие-то моменты о качестве молодых специалистов вообще игнорируются школьной системой, или наоборот, делается акцент не на том потенциале, который был бы важен, да, и необходимо было бы поддержать его? Я думаю, что ответ здесь положительный. Да, готовы, но, может быть, не в инструментальном плане. То есть у молодого учителя, несомненно, формируется определенный дефицит конкретных приемов, технологий, которые нужны для решения новых задач. Но в плане мотивации, безусловно, готов. Мое глубокое убеждение в том заключается, что человек, который выбирает в своей профессии работу учителя и приходит в школу, он туда приходит не потому, что ему хочется за учительским столом посидеть, а потому, что он хочет что-то делать, ему хочется что-то изменить, у него есть, ну, может быть, хотя бы смутное на старте, но желание перевернуть и встряхнуть этот мир, и, собственно, для этого он вот эту школу и приходит. И вот ко второй части вашего вопроса о том, собственно, что здесь
помогает ему вот в этом? Я думаю, что с одной стороны помогает сама система. И в этом смысле я убежден, что опыт работы в массовой школе – это очень полезный опыт для молодого специалиста. Я думаю, здесь уместна такая аналогия с балетом. Вот танцевальных студий очень много, но хорошая балерина почему-то все равно получается в училище Вагановой. Так массовая школа. Спасибо за интересное сравнение. Учитель как балерина, да, это очень интересный такой тезис. Вот немножечко тоже спрошу уже про личную историю, потому что действительно тот профессиональный успех, да, те вершины, которые, на которых вы сегодня находитесь, ваши достижения профессиональные, вероятно, говорят о том, что были какие-то моменты, связанные с поддержкой человека, да, наставника, который предопределил и профессиональную мотивацию, и желание достигать, и развиваться и в вертикальном, и в горизонтальном поле профессии. Вот в вашем случае, что было таким вот определяющим фактором, который позволил крылья-то профессиональной деятельности расправить? Да, я думаю, что в нашем деле учительском, особенно когда речь идет о ситуации вот только включения в профессиональную среду, то есть жизни молодого учителя, очень большую роль играют различные неформальные институты, которые в коллективе сложились. То есть попросту это те люди, это те учителя, опытные или, может быть, тоже молодые, с которыми мы общаемся, в круг которых мы входим, собственно, с которыми мы проводим вот такое неформальное общение, не связанное со строго такими нашими профессиональными рамками. И в этом смысле от мотивации этих людей, от живости такого профессионального духа вот в этой неформальной среде, конечно, зависит и наша мотивация собственная. Я думаю, что она здесь даже определяющая. И наставник в этом смысле – это не обязательно опытный педагог, уж тем более не обязательно тот педагог, к которому тебя подключили приказом. Это может быть абсолютно любой преподаватель в школе, причем независимо даже от предметных рамок. Это тот учитель, которого ты прежде всего хочешь и можешь слышать, ну и, соответственно, который для тебя хотя бы в чем-то, это не обязательно в том, как он уроки ведет, может быть, просто относительно его позиции, его взгляда на вообще то, что мы вот все в школе делаем, может быть, в этом он служит для тебя вдохновением и примером, тем вот образом будущего тебя или даже настоящего тебя, который ты вот таким образом принимаешь, к которому стремишься. Большое спасибо за вашу позицию, потому что, ну, действительно, наверное, вопрос, да, факторов поддержки и внутри образовательной организации в школе и, в принципе, в профессиональном сообществе, это, наверное, из тех определяющих факторов, которые и складывают, собственно говоря, систему более успешного, да, и более гибкого вхождения молодого учителя в профессию, в школу. И в этом смысле, конечно, таким вот важным ключевым вопросом становится вопрос, связанный с тем, а в связи с чем трудности-то возникают? Мы плохо готовим учителей, да, или есть какие-то моменты, которые больше связаны с социально-психологической адаптацией молодых специалистов, входящих в эту систему? И вот в этом смысле мне хотелось бы поговорить с Еленой, как представителем профессионального сообщества, готовящего наши педагогические кадры. Елена, вот в вашем смысле, как бы вы определили образ молодого учителя? Да, какой он? Каков портрет выпускника педагогического вуза? Какую профессиональную позицию занимают будущие педагоги на выпуске из высшего образовательного учреждения? И очень часто, вот мы тоже сегодня говорили об этом, что ведь образ будущего рабочего места у молодого специалиста складывается, исходя из образа конкретного учреждения, которое он видит на практике. Вот давайте поговорим о том, насколько открыта среда для будущих учителей, профессиональная среда. Работает ли вот эта вот связка ВУЗ, образовательная организация региона? Подготовка к профессиональной деятельности. Он не был чужд этой среде, сумел выстроить связи с представителями учительского сообщества, сформировал какие-то представления о том, что его ждет в школе. Вот немножечко об этом расскажите, пожалуйста, как происходит вот эта вот адаптационная поддержка, подготовка еще на этапе вузовской работы?
Спасибо за очень интересную возможность и интересные вопросы. Я начну с образа молодого учителя. Вообще эта тема очень неоднозначная. У каждого преподавателя, я думаю, что и у самих студентов есть всегда очень свой какой-то образ педагогической деятельности. И, но все-таки есть нечто общее, что позволяет нам неким таким оптимизмом смотреть на логику и на содержание подготовки молодых учителей. Я здесь имею в виду, прежде всего, результаты международного исследования учительского корпуса. Я имею в виду ТАЛИС 2018 года. Согласно результатам которого, работать в школу молодые специалисты идут из-за осознания высокой ценности их педагогической деятельности. Также они готовы непрерывно учиться, развиваться в своей профессии. И вот с моей точки зрения, в этих фактах, с одной стороны, отражение образа педагогической деятельности, как он есть в глазах наших выпускников, приходящих в школу, а с другой стороны, это вот очевидное достижение системы профессиональной подготовки учителей, которая, ну, несмотря на общую тенденцию такой прагматизации профессиональных установок учителя, не допустила огрубления смыслов и ценностей труда учителя в вот, восприятии наших выпускников. Это обнадеживает, конечно. В целом профессиональная среда сегодня очень открыта для молодых учителей. Только вот в Московском городском педагогическом университете, где я имею честь работать, десятки школ, которые входят в университетский округ и готовы принять на практику, на стажировку молодых специалистов. Другое дело, что, конечно, вот такая практика взаимодействия со школами должна быть очень вариативной. То есть позволять начинающему учителю самоопределиться, выбрать место работы, понять внутренний уклад, содержание деятельности именно этого педагогического коллектива и понять, насколько это согласуется именно с его профессиональной индивидуальностью. Поэтому мы считаем принципиальным, и в нашем университете мы делаем очень много в этом направлении, чтобы в процессе обучения была вот возможность таких профессиональных проб в разных образовательных организациях, в том числе и в учреждениях дополнительного образования детей. И я очень согласна с постановкой вопроса по поводу педагогического сообщества. Действительно, успешность молодого учителя с нашей, с педагогической точки зрения и с моей лично как представителя профессионально-педагогического сообщества зависит от того, в какой степени молодой учитель сможет стать вот частью этого профессионально-педагогического сообщества. Но вот понимаете, это как вот читать книгу. Или она тебе близка, и ты ее читаешь, не замечая время. Или ты ее убираешь там на дальнюю полку. Вот педагогическое сообщество, оно, во-первых, оно должно быть. Во-вторых, оно должно быть развернуто к молодым учителям. Слышать их, создавать возможности для совместного с ними творчества, для поиска педагогических решений, иначе оно будет на последней полке у учителя. Вот вуз в меньшей степени может повлиять на наличие и на качество вот таких профессионально-педагогических сообществ. Но он может повлиять на создание профессионально-педагогических сообществ студентов, так, чтобы в школы приходили не только отдельные молодые учителя, но целые команды молодежи, готовые учить и готовые учиться. И мне представляется, что в этом очень ценный ресурс для развития отечественной школы. И, конечно, сегодня в рамках деятельности вузов всегда закладываются модели поддержки выпускников. Сегодня очень много говорили вот уже до меня о наставничестве. Вот несколько мыслей по этому поводу. Конечно, поддержка выпускников – это прежде всего наши общие усилия, направленные на помощь им в адаптации. И на разных ведь этапах профессиональной деятельности возникают очень разные вопросы у молодых учителей. Они могут касаться технологий обучения, да? А могут быть и достаточно глубокими профессиональными вопросами, связанными с их подготовкой. И казалось бы, что здесь все просто. Как только возникают технологические вопросы, вот здесь у нас есть наставники, которые помогут. Как только у нас возникают вопросы, связанные с какими-то новыми проблемами, это, конечно, вуз. Но нам представляется сегодня, что мы находимся в ситуации переосмысления вот такого, наверное, радикального разделения.
поскольку цифровизация, она привела к тому, что институт наставничества, при том, что он очень развит сейчас в наших школах, он, тем не менее, сегодня сам находится в ситуации вызова. И те наставники, которые были максимально эффективны ранее, сегодня уже не во всем могут помочь технологической цепочке с такой высокой степенью оцифрованности. Поэтому вузу сегодня необходимо брать, и мы берем на себя задачи, связанные как с научным сопровождением, помощью молодым учителям, так уже и с разработкой и развитием представления молодых учителей в области технологий педагогической деятельности. Вот в целом. Да, большое спасибо, Елена, за ваше мнение. Я тоже думаю, что мы поговорим еще здесь несколько моментов, потому что очень важных, да, вы сейчас затронули по поводу вот наставничества и сопровождения выпускников представителями вуза. Очень часто, работая с молодыми специалистами и задавая им вопрос, откуда, собственно говоря, они ждут поддержку, да, и что делают на этапе, когда испытывают затруднения профессиональные. Очень многие из них, да, говорят, что, ну, сначала пытаются справиться с этой проблемой самостоятельно, как и любая, наверное, молодежь, как и любой из нас, мы начинаем просто сначала гуглить, да, в решении проблем, а дальше начинаются ресурсы ближнего окружения, которые пользуются авторитетом и доверием. И в этом смысле, конечно, преподаватели вуза, да, которые осуществляли взаимодействие и подготовку твою на протяжении определенного времени, вызывают определенное уважение, да, и могут стать вот таким вот ресурсом. Поэтому с другой стороны, опять же, находясь в условиях локальной образовательной системы школы, тоже, возможно, да, должны быть такие люди, которые могут помочь и достаточно оперативно эту поддержку оказать. И, наверное, вот вы абсолютно правы, что вот эта вот работа вуз и школа должна быть максимально приближены. Другой вопрос, да, в инструментах вот складывающихся этих отраслевых профессиональных сообществ. Вот продолжая разговор о том, какие же, собственно говоря, у нас молодые специалисты приходят в систему образования, мне хотелось бы подключить к нашей беседе Александра Шевелева. Александр Николаевич, вы являетесь представителем постдипломного образования и, наверное, вот в большей степени соприкасаясь с руководителями образовательных организаций, с педагогами, да, владеете вот как раз-таки картиной ситуации того, собственно говоря, нужны ли молодые школе, какова их роль в системе образования, ну, например, города. Я знаю, что Академия постдипломного образования активно занимается изучением региональной системы школьной. И вот поделитесь, пожалуйста, своими соображениями как раз-таки о взгляде на роль молодых в образовательной системе города. Спасибо, Анастасия. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, Академия постдипломного педагогического образования внимательно следит за ситуацией с пополнением молодыми учителями школ Петербурга. И вот в 2018 году наша кафедра педагогики и андрагогики закончила большое исследование. Сейчас издается монография «Молодой петербургский учитель». Насколько это исследование может отразить всю ситуацию в России? Здесь мы не питаем иллюзий каких-то, да, мы скорее исследовали петербургскую систему. Но вот на поставленный вами вопрос о том, какова позиция, какова миссия сегодняшнего молодого учителя, насколько он понимает это, я, честно говоря, не готов выступать в виде оптимиста, который может сказать, что наши молодые педагоги приходят в школу, горя желанием сеять и дальше по тексту. Наверное, здесь надо развести две вещи. Есть понимание миссии, связанной с молодыми учителями внешнего окружения, органов управления образованием, опытных педагогов, школьной администрации. Есть самопонимание этой миссии и есть такое нехорошее западное слово – интериоризация этой миссии. Да? То есть мы в процессе исследования заметили, что наши молодые респонденты, школьные учителя – как и наши школьники, знают, как правильно отвечать на определенные вопросы, какие слова от них ждут
да, чтобы они были услышаны. И вот эти правильные слова наши молодые учителя говорить научились, поэтому кроме традиционного анкетирования опросников мы использовали интервьюирование очень широко, качественные методы исследования, и выяснилось, что картинка отнюдь не так благозвучна, как выглядит на первый взгляд. Кроме того, мне, наверное, по поводу сегодняшней темы нашего обсуждения хотелось бы поставить, может быть, такой дурацкий вопрос. А вот зачем молодые учителя в нашей сегодняшней школе нужны? Вот все как бы априори говорят, что они просто необходимы и без них никак. Да? Вот если рассуждать на эту тему, то мы увидим две основные фигурирующие в разных исследованиях, в разных конференциях позиции. Первая вещь – это у нас идет стремительное старение педагогического корпуса и необходимо мощное вливание молодых педагогов. Если этого не произойдет к концу 20-х годов, то, простите, будет очень трудно работать в школе, да, если не придет новая смена, новое поколение. Кроме того, в контексте успешности той или иной организации в любой сфере, наличие большого числа молодых людей, молодых специалистов, которые работают в этой организации, это показатель вот действительно современности и успешности этой организации. Ни один из директоров петербургских школ, которых мы опрашивали, не сказал, что он затрудняется работать с молодыми педагогами. Каждому представлен наставник, составлены планы работы, все вроде бы как замечательно. Но есть и определенный момент, связанный с тем, что возникает психологическая трудность вхождения молодого человека в тот коллектив, ценности которого, возможно, уже начинают расходиться с ценностями нынешней молодежи. Поэтому, с моей точки зрения, система базового педагогического образования и система ДПО должны обратить внимание прежде всего не на технологическую составляющую сопровождения, не на адаптацию молодого человека к школе по принципу чему-то не доучили, значит, надо срочно этот дефицит ликвидировать, а надо вести речь о молодых учителях как строителях новой школы. Другое дело, что контуры этой новой школы, за исключением направления цифровизации, пока не слишком четко определены, и поэтому работать с этим направлением для системы педагогического образования будет пока что достаточно сложно. Школы могут быть разные. В зависимости от этого молодой человек придет, вот как у Ольги Фагельсон я услышал, в сельскую школу или в школу провинциальных городов, или останется там, или это будет лишь первый этап, придет в школу сверхкрупного города, как в Петербурге. Вот в зависимости от этого, насколько мы успешно сработаем с миссией молодого учителя, настолько дальше можно будет решать и уже сугубо конкретные проблемы его вхождения в профессию. Спасибо, Александр. Вот у меня, да, тоже такой небольшой вопрос, может быть, даже в некотором смысле провокационный. Сегодня у нас спикеры, которые являются представителями уже такого нового поколения молодых специалистов, которые демонстрируют, как живо молодежь откликается на новые форматы, пробуют и ищут себя. Вот, да, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот система дополнительного профессионального образования готова к поддержке вот таких молодых специалистов, которые ищут себя в новых проектах, стартапах, которые активно входят в конкурсное движение, инициативно преобразуя образовательную среду и города, да, и региона в целом? Вот насколько партнерские взаимополезные отношения с системой внутри дополнительного образования? Спасибо. Попытаюсь ответить вначале опять издалека. Коллеги, вот мне кажется, что когда мы обсуждаем такие серьезные проблемы, как, например, приток молодых учителей в школу, да, то эта проблема комплексная. Ее нельзя растащить на ведомственные сферы ответственности. Да, вот здесь только ответственность базового педагогического образования, здесь ДПО, здесь конкретно самой школы. Здесь должны работать все вместе, начиная от осознания государством того, что без молодых
специалистов и их достаточного числа в школе, школа развиваться не будет. И заканчивая каждым конкретным директором школы, опытным педагогом и самим молодым педагогом, ответственным за свое профессиональное развитие. Вот мы насчитали сейчас в Петербурге, у нас 6 основных действующих моделей сопровождения. Да, молодых педагогов, это и привычное наставничество, которое, говорят, есть везде, в каждой школе. Другое дело, насколько эффективно оно срабатывает и должно ли оно быть построено по принципу «любой опытный педагог, готовый наставник». Да? В зарубежном опыте мы везде сталкиваемся с тем, что наставников очень серьезно и тщательно готовят для молодых специалистов. Вот работая в австрийском проекте в течение 3 лет, мы получили опыт конкретных вещей, которые достойны осмысления. Это конкурсное движение, куда молодые педагоги идут активнейшим образом. И здесь, наверное, важен не сам факт участия и победы в конкурсе, да, хотя там звезды, конечно, получаются очень яркие. Но дальнейшая история того сообщества конкурсного, которое складывается в этом вопросе. И есть дистантные системы, есть учреждения педагогического образования, которые продолжают, да, вот, работать с молодыми своими выпускниками, помогая им. Это, по-моему, очень яркая тенденция. Есть модель сообществ молодых учителей, не только сетевых, но и существующих в реальной действительности. И вот я бы, наверное, сказал так. С традиционными моделями, привычными моделями, система дополнительного профессионального образования привыкла работать, работает более или менее успешно. Особенно это связано с конкурсным движением. Все, что можно отнести к моделям инновационным в сопровождении молодых педагогов, здесь, конечно, требуется еще пройти некоторый путь и научиться работать с ними. Вот, в частности, я завершаю свой спич, буквально 2 слова скажу. Мы столкнулись с такой моделью, как естественная ассимиляция молодых специалистов в педагогическом коллективе школы. Где-то грань проходит на уровне 5-7 человек. Вот если в школе собирается вот эта критическая масса, 5-7 творческих молодых педагогов, они начинают действительно школу взрывать. Да, взрывать в хорошем смысле этого слова, то есть они начинают творить, администрация использует их ресурсы и так далее, и получается, что они становятся силой. Если это количество меньше, то, конечно, очень трудно требовать от молодого учителя, чтобы он оказался драйвером для развития школы. Вот, например, с такой моделью, которая присутствует в нашей петербургской практике, системе дополнительного педагогического образования надо еще учиться работать. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну вот время стремительно у нас, работа в эфире, к сожалению, заканчивается, да, и приходится подводить итоги, несмотря на то, что и вопросы в чате у нас приходят. Тем не менее, я думаю, что мы продолжим этот разговор, может быть, как раз-таки побеседовав с нашими зрителями в чате. Благодарю всех спикеров за содержательную беседу. Очевидно, вот, что вопрос смены профессиональных поколений действительно актуален для системы общего образования. Мы видим, как меняется, усложняется образовательный ландшафт школы. Много ли педагогов молодых готовы прийти? Готовы ли к школе, к тем изменениям, которые неизбежно будут происходить со сменой профессиональной позиции молодого учителя в виде балерины, да, либо драйвера? Наша вот беседа показала, что на сегодняшний момент, наверное, нет единой модели поддержки молодых в период вхождения в профессию. Поэтому зачастую их профессиональная роль так и остается до конца неопределенной и размытой именно в глазах представителей профессионального сообщества. Те практики, которые мы обсудили с вами сегодня, свидетельствуют о том, что, с одной стороны, авторам этих проектов удалось нащупать определенный импульс развития системы образования и то место, в котором, которое должны занять молодые учителя. С другой стороны, и отрицательные моменты сложности, о которых сегодня шла речь, также имеют важное значение для проектирования этой модели. Ведь то, что возможно, не видит сама система школьная, да, эти риски мы можем реально оценить и минимизировать.
Но вот тем не менее, обобщая тему дискуссии, изменяющаяся профессиональная позиция молодого учителя, наверное, может быть охарактеризована как развивающегося профессионала, да? Учитель, развивающийся профессионал. Может закрепиться эта роль, если в школьной среде верят в его потенциал, принимают его непохожесть и готовы принять его в обучающее сообщество педагога. Вот на такой оптимистичной ноте, я думаю, что мы закончим и продолжим диалог и дискуссии уже на других площадках, и буду рада встретиться с каждым из вас и поговорить на эту тему. Большое спасибо за беседу. Всего доброго. Образовательная онлайн-платформа Учи.ру предоставляет ряд бесплатных решений, которые позволяют обеспечить полноценное дистанционное обучение в школах России во время эпидемии коронавируса. В период карантинов открыта специальная линия поддержки –